все разобрал, смотрите, хотел замочить, а минусовую вставку достали. Короче, получается, сейчас пока 55 давление не накачает, ошибка с СКЛ не уйдет. Ух ты, водичка подъехала. Всем привет, с вами я. И снова я на работе, и снова у нас видеоролик, и снова мы ходим по вагонам пассажирским, проводим ремонт. Смотрите, где мы. На вокзале. Нас сейчас через мойку, видите, тихонько-тихонько тянут. Прошлись состав Пермь-Новороссийск. Снимать я не стал, заявочного ремонта здесь не было, но мы выявили. У нас здесь, там вот недалеко отсюда, в вагоне, едет организованная группа детей, проверяли его досконально, и вакуумный насос, к сожалению, у нас не накачивает должным образом давление, что-то с ним не то. Я сначала проверил электромагнитные клапаны и вообще, как он воздух качает, то есть дует-то нормально, а вот трубочку уже на входе вакуумной установки затыкаю, он у нас давление должен быстро скинуть, а нет. Ну, не скинуть, вернее, накачать, а нет, не быстро. Сам мотор, значит, у нас уже подустал. Придется его сегодня менять. Ну, а пока у нас, видите, тут катают, мы не можем ни спрыгнуть, ни сойти, ни уйти в офис, в контору. Вот, сегодня у нас Пермь-Новороссийск состав, Пермь-Адлер, ой, Пермь-Меритийский курорт. Мы по привычке его все Адлер называем. И прицепной вагон к поезду до Санкт-Петербурга. Один. Там их два, но наш один. Вот. И также запросился сегодня проходящий поезд транзитный. То ли 11, то ли 12. Короче, 11 получается. В час дня. Вот. Работаем потихонечку. Сегодня полегче, сегодня мы втроем на парке. То есть в прошлом ролике, да, я говорил, что работал один на парке. Было очень тяжело и получил тепловой удар. И вот сегодня мы втроем. Сегодня полегче. Все, сняли вакуумный насос. Загрузили в автомобиль. Сейчас повезем в контору, будем его проверять, смотреть, в чем же дело, почему он не качает. Ну, в общем, диагностику проводить. Потом будет вердикт мастера, и после этого такой же. Будем либо новый ставить, менять, либо что-то с этим делать, реанимировать его, не знаю, короче. Это уже не в нашей юрисдикции. Пойдемте под кондиционер, жарко. Короче, ставим насос новый, мотор. Вот. А здесь надо будет в вагоне проверить еще, мастер сказал, сушь на 95%, на его работоспособность, срабатывает ли у нас защита. Я даже повыше стремянку нашел. Понятно. Давай, какую? Левую, правую. Подожди. Отцепился. Вот этот вместе соединить. А где у нее фишка-то? Получается, один провод вот с этим. И с этим. Этот вместе с этим напрямую. И вот этот с этим. Ну или давай я сейчас подцеплю. Так, здесь все на месте. А, это 42-й провод. Нам он не нужен. Нам нужен провод. Так, 95%. 24-й. 824 подцеплен. 31-й правильно вот идет. Подцеплен, то есть ничего не отцеплено. Значит, что значит? Разбираем сейчас бак-накопитель. Наверное, надо будет вынуть оттуда сушь. Попробовать его утопить, посмотреть, сработает ли у нас 5К23 реле. Даже не реле, это таймер такой. Блок таймера такой. Вот он. Сейчас мы его выкрутим, утопим и посмотрим, сработает ли у нас.
такие ругаются, когда им звонят во время работы. Ну, сейчас я провода поставлю, баночку поставлю, с водичкой утоплю. Опа, резинку уронил. И посмотрим, как оно будет работать. Короче, не успел я. Все разобрал, смотрите. Хотел замочить, а минусовую вставку достали из соседнего цеха. Меняют аккумуляторы, обесточили пока вагон. Сказали, часа на полтора. Придется к этому вернуться после обеда. Ну ладно, я пока тогда обратно так накручу просто, наживлю. Потом вернемся сюда и поделаем, проверим защиту саму, как работает. Че, вакуумный насос установили? Ушли на обед, пообедали. Сейчас проходящий поезд, 11-й, ну транзитный. А после вернемся, ну, вернее, Адлер пройдем, да? Ну, Пермь-Меретинский курорт пройдем, а потом вернемся к тому вагону, поработаем там. И еще у нас один прицепной вагон к Питеру остается проверить. Хорошо, когда напарники есть. Быстро работает. Алексей, что, а за водой пошел? И сегодня на улице полегче. То есть сегодня уже 28 градусов плюс. Не 34, не 36. Духоты такой сильной нет. Вон там облачка. И у нас сегодня вечером дождик обещали. Ух ты, водичка подъехала. Это здорово. 17 343. Штабной вагон. Заявили ребят то, что у них плохо поступает вода. Сейчас будем смотреть, как качает насос. Возможно, фильтр почистим. Посмотрим. Вскрытие покажет. Тут уже вон в тенечке попрятались люди, встречающие, провожающие, ну и пассажиры. Ох, ничего себе! Здравствуйте! Здрасте! А как вас зовут? Михаил. О, Михаил, очень приятно. Ну, я уж не буду представляться. А вы встречаете? Да. А, ну, удачи вам. А у нас тут заявка. Просто вторым поеду. У нас тут заявка как раз сейчас на штабной вагон. Вот как даже. Неожиданная встреча. Спасибо Михаилу. Дальше прокатит. Дальше протянет, да. Прокатит, прокатит, говорю. Дальше протянет. Да и так прокатит, да. А что вы воду-то оставили? Я забыл. Стоянка поезда 42 минуты. Время предостаточно. Все успеем сделать. 2,2 килограмма. Че? А, не восстановился еще? Нет еще. Вот здесь, ребят, в электроклапане стоит фильтр. Сейчас снял, почистил. Будем проверять. Отлично вода идет. Все, 5 минут и все готово. Быстренько фильтры почистили. В раковине и в унитазах. И все, водичка идет хорошо. Бойлер греет, все классно. А мы отправляемся на состав. Пермь-Меретинский курорт. Быстренько его сейчас пробежим. У нас опять внезапные ротировочки. У нас там прицеплялся один вагон. Он уже не идет, пойдет другой. Но тот другой нам не нужен, потому что он без биотуалет. Вот, и мы сейчас быстренько бежим. Пермь-Меретинский курорт, я к тому, что нашим легче, на один вагон меньше. И
Возвращаемся к тому вагону, который не доделали. Надо посмотреть, как защита у него срабатывает. И что еще? А, еще один вагон к 149-му уже точно до этого, до Петербурга проверить надо. Ну там заявочного не было ремонта. Ага, вот мы уже и на парке. Смотрите, у нас вот проводники тут, наверное, с состава Перми-Меретинский курорт. Вагоны сдали. Вон там сам состав стоит. Ну здорово. Сейчас как раз подойдем и начнем работать. А почему его сюда не притащили? Чего его там оставили? А? А это уже, знаешь, кому надо вопрос задавать? Кому? Этому старили, кто остановил. Его, наверное, потом протянут сюда. Скорее, протяжку сделают потом и сюда протянут. Выкинут один черт сюда должен. Да. Не, все-таки я обманул. Два заявочных ремонта есть в этом составе, Перми-Меретинский курорт. И он не весь, короче, половина состава укатили, половина здесь стоит. О, вернулся. Че? Вот сколько воды там было? Ага, я видел. Ничего не бежит? Не бежит. Че случилось? Красный горит. Каком? Там вообще нет, блок не горит. Вообще блок не горит. Да, вот это что у тебя выключено? Где? Вот автомат, вон автомат. Да, потопление, обогрев. Не нужно. Здесь электрообогрев, бака, не тут потопление. Тут сигнал фонарей. Цепь управления надо перезапустить. Смотри. Пока. Воля. Красная опять. Сейчас. Так сейчас заведется, отчет пройдет. А то я пришел там, блок-то вообще не горит. Сейчас глянем. Ой, запнулся случайно. Ну вот. Заводись. Погнали. Короче, получается, сейчас пока 55 давление не накачает, ошибка с СКЛ-ок не уйдет. Либо 70 в этих вагонах. А он качает? Да. Сейчас надо подождать. Будьте здоровы! Надо подождать сейчас. Подождем. Вот, а то ты вот туда-сюда перезапускаешь, а зря. Вон, видишь? Потухло. Потухло. Ошибка ушла, можно там проверять, значит, уже. Качает потихонечку. Надо дождаться, когда полностью накачает. Ну, посмотреть, чтобы он отключился, и на утечку вакуума сразу проверить. А еще здесь так душно в туалете. Ух. Там получается, вот здесь включаешь, а внизу еще есть автоматы, называется подогрев воды. На ту и эту сторону. Вот их надо поднимать, тогда они включатся. Да, наверное. Ну. Андрюха, ну. Держи. Господи, да. Высверливаться надо. Надо заменить будет винты. Да, надо, знаешь что, коричневый провод с черным соединить. Сейчас. И посмотреть, заведется насос или нет, чтобы понять, блок таймеров у нас все-таки неисправный. Либо бесконтактный выключатель. Вот. Есть напильник? Нет. Не, напильника нет у нас. Идет с наждачкой. Ура. Снимай. Опа.
Снимайся. Снимайся. Так ты бы, Андрюха, отошел бы. Тут коврик включается. Вот смотрите, ребят. В прошлом видеоролике спрашивали про вот эту систему, про клапан, про ручной автоматический режим. Итак. Флажок существует для того, чтобы у нас переключать с автоматического режима на ручной. Сейчас в данный момент стоит автоматический режим. Когда мы нажимаем педаль, у нас вот первый рычаг вот этот срабатывает для того, чтобы открыть чашу, заслонку. И здесь стоит бесконтактный выключатель. То есть вот при небольшом, то чтобы даже не касание, а вот там миллиметра полтора-два не доходит до него. Поэтому называется бесконтактный выключатель. Он подает у нас сигнал в блок таймеров и заводит водяной насос. Ну и также срабатывает электромагнитная катушка у клапана и поднимает там внутри шток, с которым поднимается мембрана. Видите? Через какое-то время блок таймеров подаст еще раз сигнал на долив воды. Вот, подал. Но внизу нижний рычаг вот этот не работает. Переводим в ручной режим, то есть флажок опускаем. И при этом, когда мы давим на педаль, срабатывает и вот этот рычаг, и снизу шток давит уже вручную, видите? Вот. Вот. Нужно все это для... Нужно все это для чего? Сейчас объясню. Ну вот, ребят, видите, вагон... ну, батареи поменяли, поставили на зарядку. Вот, мастер просил утром, который вагон сегодня мы не доделали, где меняли компрессор, 95%, видите, вот срабатывает. Сейчас там Андрей датчик у нас, получается, убрал из воды. Ты убрал, да, из воды? Надо еще раз сделать? Давай, надо еще раз сделать. Срабатывает защита? Как положено. Сейчас. Пусть пока не это, не закрывает, пусть не собирает. Потому что нам надо для мастера видео заснять. У нас защита срабатывает. Держи. Так я там сейчас подойду. Сейчас вагончик допроверяем и объясню, что такое ручной режим и автоматический. Завелся, качает. Вот, давайте, пока качает, я расскажу и объясню. В общем, смотрите, ребят. Так, блин, тут солнышко. Ну ладно, тут сяду. Существует автоматический режим, и он должен работать всегда. То есть на автоматическом режиме у нас все работает, да? Но когда в случае катушка перегорела, какое-то замыкание, бесконтактный выключатель у нас сломался, то есть на этот момент ручной режим. И он существует для того, чтобы нам, например, в рейсе сломалось, да, доехать до станции формирования и произвести ремонт, ну, либо до станции оборота. Но в последнее время все чаще и чаще я встречаю, что у нас в автоматическом режиме все работает и стоит до кучи на ручном, короче, что нижний рычаг тоже давит клапан. Ну, видимо, для хорошего смыва, для хорошего напора, может, так сделано. Вообще, по идее, вот так должно быть, что все работает в автоматическом режиме, налив, потом небольшой долив через какое-то время. Ну, на блоке таймеров можно будет это подрегулировать. Вот. И вот, когда что-то выходит из строя, катушка электромагнитная, ну, как я уже говорил, да, вышла из строя, например, перевели в ручной режим, чтобы у нас при смыве всегда была вода. Вот. И таким ручным, ну, в ручном режиме добираемся до станции оборота или формирования и производим уже нормальный ремонт, чтобы снова работало все в автоматическом режиме. Вот. Вот почему два режима, ручной и автоматический. Ничего здесь сложного нет. Так, видели, да? У нас защита срабатывает, 95% срабатывает. Компрессор здесь поменяли, я сейчас его завел. Смотрим, как накачивает полностью, чтобы накачал, остановился. Смотрим на утечку, все проверяем, смывы, водичку, в общем. И у нас остается один вагон к составу до Петербурга проверить. Он там, на тех путях стоит. И вроде как на сегодня... Только никому ни слова. На сегодня вроде все. Время у нас... Ох ты, без 23. Вот как классно с напарниками работать-то. Вот как сразу работа быстрее идет. А когда один, вообще тяжело. Класс. Все? А, еще не все. В конце видеоролика еще кое-что покажу.
до подведения итогов. Я помню. Пришел вагон у нас, ребята, с капитального ремонта, вроде как, или с Деповского, я уже не помню. По-моему, с капитального. Ну, короче, надо будет просто все проверить. Ну, похоже, с капитальным, потому что видно, что двери новые, эти новые, стены тоже видно, что новые все. Да, я понял. Да, с капитального. Заменены трубы уже, здесь были не пластиковые, ну не металлопластиковые, а такие железные, простые. Все поменяли, видно. И у нас получается кран неправильно стоит, вот этот должен быть перекрыт, насос отсюда качает давление. Вот и отлично. Ну сиденье... Честно, не пойму, старые, нет? Или новые. Но вот все эти двери, да что обшивка? Они вот видно, что новые. Так. Кто-то мне звонит. Кто бы это мог быть? А это у нас Андрюха. Алло. Мы сейчас еще один вагон посмотрим, мы выходим. Ты где? Между этой, пятой, седьмой? А, ну, иди в офис, сейчас мы подойдем. Андрей просто смотрел прицепной вагон к питерскому поезду, мы решили разделиться и с Алексеем пойти принять вагон и посмотреть, которые пришли с ремонта. И здесь так душно! Так, остается вот этот вагон проверить. И все на сегодня. Итак, ну что, ребят, я, конечно... Не знаю, вот я не знаю по инструкции, как правильно на самом деле принимают вагоны поездные механики, но меня просто просили рассказать. Давайте вот начнем с того, что поездной механик у нас за что отвечает? За работоспособность внутреннего электрооборудования в вагоне. Ну и, наверное, не только электрооборудование, также и сантехническое и так далее. Поэтому при приемке вагона, наверное, скорее всего, электромеханик поездной сначала же обращает внимание на щитовую. Смотрит, все ли у него здесь включено, показания приборов смотрит, утечка есть, нет. Ну и дальше уже все проверяет потихонечку. То есть освещение в вагоне, я так понимаю, дневное освещение, дежурное, все лампочки ли горят, хвосты, ну, хвостовые сигналы у вагона. То есть, да, если вагон хвостовой, у него есть специальные сигнальные лампы. А, тут их не видно. Также на переходных площадках фонари горят, связь, в общем, с... Ну, по рации. Вот. Ну и также обращает внимание, никаких подтеков нет. То есть кипятильник работает, все работает у нас, те же биотуалеты работают. И обязательно обращает внимание на лист заявочного ремонта, то есть состав пришел с рейса. Вот есть лист заявочного ремонта, где прошлый ремонт был указан, ну когда он с рейса пришел. Все ли выполнено, весь этот ремонт. И он же это все вот проверяет. Но все это они еще проходят вместе с ПДК-комиссией, то есть идет представители разных цехов, председатель комиссии, ну и также начальник поезда и поездной электромеханик. Все они вот в одной куче присутствуют в этой куче, в этой комиссии, и следуют по вагонам и принимают все. Вот, в принципе, я думаю, ничего сложного. Что еще должен поездной электромеханик принимать? Всю работоспособность, что ли? Все работает, все функционирует. Если он замечает сразу же при приеме, что там, например, вот эта вот розетка не работает, или вот, например, как бывает, в том туалете там, скажем, не срабатывает унитаз, там еще что-нибудь. Время есть еще до 8 часов вечера. Тут же звонит, вызывает нас или других ребят с других цехов, и все быстренько устраняется. Ну а в зимний период, конечно же, допом еще проверяется отопление. Вот и все. Наверное, все рассказал, показал. Че там, сколько накачало, Алексей? Ну, давай, смывай. А где мой саквояж? Там остался? Там. С той стороны.
Не всегда нам ходить в дамках. Прошла ПДК комиссия, и у нас 4 замечания. Сейчас идем устраняем. 2 уже устранили. Вот среднебутистый состав Пермь. Симферополь, хотел сказать, Новороссийск. И вот здесь вот, вот в этом вагоне, вот здесь вот был плохой смыв, не всасывал. А дальше там, представляете, не стало работать ПРК. Ну, вакуумный прерыватель не стал работать. И здесь сейчас в данном вагоне уже в составе Перми Мерикинский курорт тоже забило фильтр воздушный. Надо будет почистить. Ну и дальше там со штабом какие-то проблемы. Я себе на бумажку переписал. Дальше там, да, в штабе что-то шипит, и 14, что там, громко работает что-то. Короче, впереди еще 2 вагончика по замечаниям. И пока рассказывал-то про этот, про то, как поездной механик, ну, что должен принимать в вагоне, как принимать, да, там, я забыл рассказать, что он еще обращает внимание обязательно на кондиционер и кондиционирование самого воздуха по вагонам, по салону. Заводим, смотрим, проверяем и идем дальше. Случился? От того, что там в фильтр попало продукты жизнедеятельности, мне все стало интересно, как они туда могли попасть, ведь он находится выше бака. Поэтому давайте сейчас проверим тоже здесь на заполняемость. Итак, мы видим, что загорелся. Пойдемте посмотрим, будет ли у нас работать защита вакуумной установки на всякий пожарный случай. Еще пока здесь проверяли, сейчас все сделали, опять срочную замену. Представляете? Разрешите загляну? Разрешите загляну? Тихонечко. Так, вижу, да, горит 95%. Ой. Спасибо вам большое. Все. Мойщики там тоже с ума сходят. Целый день работают. Все. А, блин. Я забыл, вот это дело сейчас надо на телефон заснять и мастеру отправить срочно. Несмотря на то, что облачка пришли, и сейчас будет дождь, все равно на улице душно. Я сегодня уже футболку переодевал несколько раз. Эту и вот эту. Вот эта до сих пор остается сырая, еще не высохла. Вот эта вот уже сырая. Набегали сейчас. Сбегали сейчас на срочную замену, все проверили. Вагон после капитального ремонта, мы его сегодня как раз вот принимали. И его же как раз вцепили в состав. Ну, я не знаю почему, но резко поменяли вагон. Что-то случилось. По замечаниям по ПДК комиссии тоже пробежались, быстренько все устранили. В штаб я забежал, пока ребята там чистили фильтр. Сбегал, посмотрел, что там шипит. Там, оказывается, давление было мало в компрессоре. Я перекрыл воздух на унитазы, подождал, компрессор накачал, включил, проверил, посмывал. Все нормально. Прибежал обратно и вот задался вопросом таким, что почему продукты жизнедеятельности попали в воздушный фильтр. Он стоит выше бака, уже здесь вот за унитазом, за кожухом. Принял решение проверить, срабатывает ли здесь сигнализатор уровня жидкости и включается ли защита. Потому что если это не включится и не срабатывает, то вакуумный насос хапнул бы и этому были бы не рады никто. Все, короче, сколько сейчас время? А? Время сколько сейчас? До начала 8:00. А, ну вот, 8:00. Мне вот этот потерялась резинка. Как раз, короче, это. Резинка отсюда потерялась. Я какую-то белую нашел, блин. Она не подойдет, наверное, нихуя не влезет с ней. Посмотри, нет, влазит, видишь? Нет, влазит. Влазит. А тебе этот, у меня вот такие же, похожие есть нормальные наушники. Хочешь, я принесу завтра? Принеси. Все, достиживаем смену, собираемся и валим отсюда. Завтра у меня еще 3-й рабочий день. Я пока еще бодрячком, пока еще. Уебанный битый нахрен, да? Все уже устали сегодня. А я уже дома. Досидели смену хорошо. Больше нас никуда не вызывали. Внезапных замен вагона больше не было.
И также не было заявок на транзитные поезда. Все классно, все здорово. Подведем итоги. А итоги у нас таковы, что хорошо, что мы обнаружили вакуумный насос, что у нас работает не очень, плохо качает. И в этом вагоне поедет организованная группа детей. Мы все подготовили. Насос. Кто-то мне тут пишет. Насос поменяли. В этом же вагоне потом с нерабочей стороны выявили, что у нас плохо работает водяной насос. Накрылся пускач, ну, кондер, то есть Алексей его быстренько поменял, потому что, ну, за крыльчатку покрутили, он крутится легко. Поменяли, позаводили его, идеально работает, как новенький. Вот. Все классно, все здорово сегодня. С поездом, с транзитным тоже все быстро получилось. Ну, я говорил, там, что там, фильтры почистить, пятиминутное дело. Так что все функционирует, все работает, все классно. Защита 95% заполнения бака. Защита на вакуумную установку срабатывает. Все замечательно. Итак, ребята, я хочу поблагодарить... Сейчас, секундочку, я тут как раз себе тут... Приготовил контрамарку, хотел сказать. Шпаргалку. Короче, вот, ребят... Был перевод от нашего подписчика Вениамин Сергеевич К. Вениамин Сергеевич, огромное вам большое спасибо за вашу финансовую поддержку. К сожалению, Вениамин Сергеевич нам никакого сообщения не оставил. Ну, Вениамин Сергеевич, огромное вам большое спасибо и большой от меня пламенный привет. Спасибо вам большое. Ну и также хотел бы поблагодарить всех наших остальных подписчиков, которые все-таки меня поддерживают финансово, присылают донатики. Спасибо вам всем большое. И также спасибо вам остальным всем нашим подписчикам за ваши просмотры, ваши комментарии, ваши поправочки. Спасибо за вашу критику, за все вам большое спасибо. А вот за ваши советы особенное вам спасибо, потому что вы мне даете их постоянно. Вот жарко, вы мне советуете, что нужно делать. По работе что-то тоже советуете. Если я где-то ошибся, что-то неправильно назвал, вы мне поправляете. Вот огромное вам за это большое спасибо. Если бы не вы, что бы я делал без вас? И что бы был вообще это за канал, если бы не вы, правильно? Правильно. Спасибо вам всем большое. Ну что ж, я же с вами прощаюсь. С вами был я. Улыбайтесь, вам это идет. Я желаю вам здоровья, и не только вам, и вашим родным и близким. Всем пока-пока. До новых свежих видеороликов. А выйдет он уже буквально, наверное, завтра, потому что завтра я снова работаю. Ну, у меня это будет завтра, у вас это будет, наверное, чуть позже. Ну вот. Но ролик выйдет очень скоро. И да, реквизиты для вашей поддержки я, как всегда, оставлю в описании. Всем счастья, всем добра. До новых свежих видеороликов. Пока-пока-пока. Да, ребят, кстати, вы знаете, что я насобирал уйму подарков для вас. И все-таки жду ответа от Савелия, чтобы нам провести стрим и разыграть подарочки для вас. Ну, об этом позже обязательно объявлю. Пока.